Здорово. Итак, у нас тут Паскаль Вейджер и обещанное мной на прошлом стриме не было выполнено. Я не прокачался. С чем же это связано? В общем, во-первых, я нашел место для фарма. Хорошее место для фарма. Но, как выяснилось, до этой локации мы еще не дошли. Вот. Поэтому придется немного... Не немного, а придется дальше продолжить двигаться по сюжету. А по поводу DLC, которое мы проходили, где мы страдали, и где мы дошли до... босса, главного, по всей видимости, босса DLC, которого мы не смогли одолеть, так как урон низкий, а дамаг от босса очень высокий. В общем, здесь тоже один момент выяснился, почему я не пошел никуда качаться еще. Выяснилось, что DLC рассчитано на хай-левелных игроков, то есть на игроков, которые прошли игру и имеют максимальную прокачку. Поэтому... нам так сложно и было, поэтому нам что, хотелось мобов там полчаса бить. Ну не полчаса, я утрирую, конечно. Но увидели, что дамаг по мобам был такой уж себе. Да и босс нас тоже ломал, хотя, в принципе, по основной игре такого нельзя сказать. Так как основная игра была, в принципе, относительно простая, да? Ну, не считая начального босса, на котором я немножко подольше постоял. И поэтому мы сейчас бросим прохождение этого убийства, этого босса в этой ихтиозаврии. Отправимся непосредственно по сюжету в Святую Землю, куда нам надо было сразу идти. Но куда я не пошел и решил посмотреть, что там за берег. И, кстати, даже по вот этому списку, да, путешествий, как вы видите, у нас, по идее, если идти, ну, все строго по логике, то следующее должен, мы должны были направиться в Святую Землю, а мы перепрыгнули на ихтиозаврию. Поэтому ихтиозаврия, как сидит ниже, я уверен, что Святая Земля вот как раз воткнется вот в этот промежуток. Так. Берем Виолу, сейчас можно вот этого еще чувака взять. Странно, там такое еще окошечко, как будто можно было кого-то еще взять. Но мне кажется, что не влезет еще одно окошечко. Но этого чувака мы брать не будем, потому что он отстойный, а Виола у нас прокачана, в принципе. Да, и на дальней дистанции она неплохо работает. Вавилонская башня какая-то. Недостроенная, естественно. И музыка пропала куда-то. Странно. Мост, кстати, который я спрашивал, куда он ведет. Вот куда он вел. Он вел Святую Землю. Но почему... почему тут музыки нет? Интересно. There's not much time left. Everything's changed, and it's getting worse. Это значок, который используется в игре как логотип игры. Хорошо, Святая Земля, что-то как-то не вижу ни ангелов, ни золотом украшенных апостаментов. Ну, какие-то копейщики есть. И тут у нас какая-то...
Да, чё, Катюха, что ли, наша? Круя, don't forget that your life already belongs to them, Yajis. Вы типа злые или чё? Да, походу я не знаю. Да ёб тебя. Окей. Сейчас разыграемся немного. Пустая курильница, осколок кости, 16 штук. Маловато. Записка стража. Да, как видите, сюда земля вклинилась все-таки. Не помню, сколько уже я охраняю часовню. Ветераны говорят, что в прошлые дни видели посредника. Но когда это прошлое было? С тех пор, как я родился, я никогда его не видел. Угу. С другой стороны, окей. Кого ты там скинул? Деваху, что ли? Можно, я смотрю, вниз прыгнуть. Ну, по всей видимости, так и поступим, да? С другой стороны, блин. Так, лягуха. Полипные кости, значит, забирает, да? Полипные кости, которые я никак накопить не могу. Но дальше по игре должны где-то дропаться явно. В большом количестве, я думаю. Жалко, что с него ничего не дропнулось. А у него глаза на спине, нифига себе. Ёб тебя. Пиздец. А я еще подхожу, думаю, странно, у него как-то маска развернута. Порошок оцепенения. Понятно, почему у него маска развернута. Для того, чтобы к нему сзади не подошли, да? Ради чего? Ради кристалла иммундуса. Понятно.
Ну хотя бы музыка заиграла. Как-то странно, музыка тут играет. А, то есть... Не сначала. Что, издеваешься? Петрилки, а? Так, я немного разучился играть. Виолой. Прячься. Выползли тут. Так, вижу какой-то ништяк вот здесь вот. Как его забрать? То ли спрыгнуть, то ли что. Ой, здесь тоже стоят. А как? Как туда спрыгнуть? Непонятно. А, вот здесь и спрыгнуть, наверное. Вот на этот корень. Угу. Что это у нас? Черная рука какая-то. Вот там стреляешь. Ну давайте, убивайте его. Мне это лучше.
Отлично. Какая-то собака. Но у меня тут проходов особо-то и нету. Микрофон, а что ты ловишь? А, ты вибрации от компьютера ловишь, да? Окей. Не должно быть этого шипения звенящего. Как будто арена, блин, битвы с боссом. Сумеречный сорняк. Так, этого чувака мы видели, окей. Ну ё-моё, чувак. Решил он самовыпилиться. Значит, вот сюда, если пойти, то тут у нас будет шорткат. Я правильно думаю? Я правильно думаю. А кого они тогда сверху? Это не сюда. Они стреляли. Окей. Хорошо. С этим разобрались. Так, ладно. Можно спрыгнуть, попасть по эту сторону. Там тоже у нас есть какой-то лут был. Там у нас есть этот квакун. Never seen a real courier. I've heard a lot of things about you. Bad things mostly. You know, I am dying. Could I trouble you to help me one last time? Please kill me with the divine sword of the proxy. That sword can dispel the curse of the Sandrils. I've been contaminated. I don't want to be a monster. The divine sword is worshipped at the altar in front of the Trinity Hall. You won't refuse a dying person, will you? Ну, если найду. То, в принципе, no problem. Но если только найду. Thank you.
Окей. Какой-то закуточек. Еще кристаллы Мундуса. Так, а здесь что у нас? И куда это? Нужен ключ, окей. Запоминаем, что тут у нас есть дверь, в которой нужен какой-то ключ. Кот побежал. Малыш. Интересно, куда это он убежал? Здесь его нет. Он дверь что ли открыл? Да, он дверь открыл. Алмаз есть. Давайте возьмем две штучки эликсира здравого ума. Я не знаю, что еще тут можно брать, если честно. Письмо, найденное селферами среди вещей умершего на святой земле, горит пламя войны, и жители измучены бедствием. Тем не менее, это стало золотой жилой для сифлеров. Хоть письмо и казалось ничем не примечательным, сифлеры догадались, что оно принадлежало некому важному демиургу. Они верили, что письмо, хранящееся в его потайном кармане, должно иметь невероятную ценность. Одна штука, кстати. Видимо, какой-то квестовый элемент. Давайте возьмем его. Один кристалл забрать, что ли? Блин, эти костями дал. Продал. Понятно. В общем, за большие кости он отдал мне. Здорово, вроде. Как дела? Так, погодите-ка. Блин, я еще стреляю. Не теми. Теми зарядами я стреляю. Куда ты открыл дверь? Супер, наконец, выходные. Ну, сегодня что у нас? А, понедельник сегодня?
Странно, что чувак куда-то в другую сторону побежал. Дамажит они, конечно, неплохо. Но я тоже не лыком шит, да, как говорится. Тем более, эта атака вообще вырубает их. Так, с другой стороны, хорошо. Минус одна дверь. Это меня радует. Там еще лестница наверх есть. Куда-то можно было... Спустишься, нет? Мне 5 дней дали дома почилить. Круто, конечно. Да, ведет эта лестница. А. Собаку я эту огненную видел. Не понял, что она делает. Ну. Подомогу, конечно, очень печально. Да не подходи ты так близко, господи. Блин, кто-то жесткий чувак. На него молот надо скинуть. Если игра наведется. Так, хорошо, понял. Достаешь, ты можешь достать меня. Ладно. Ну что, убью его? Нет, не убью. Ладно, добил. Хорошо, всего лишь 32 кости дали. Я, наверное, знаю, куда ведет эта дорога. Ага, это в обратку как раз. Отлично. Эту лестницу я тоже видел. Замечательно. Где-то можно вот здесь вот спрыгнуть, кстати. Но это получится не туда, куда надо было. Это бессмысленно. Хотя, с другой стороны, если бы я не видел, что сюда чувак убежал, то, может быть, и был бы какой-то смысл. Что планируешь 5 дней делать? Отдыхать? Играть? Смотреть сериалы, уйти в загул, проспать 5 дней, кстати, неплохо было.
Здорово. Это дома какой-то. Хреновый. Блять. Играть и стрим делать? Я на работе, честно говоря, отдыхал. Хорошо. А что за стрим? Ты стримишь? На Твиче, что ли? Маска счастья. Что-то проходов до хрена, не знаю, куда податься. Еще игра лагает, так классно. Да, а, Fortnite. На Твиче. О, привет. Я как-то не очень люблю сетевые игры. Ну, не особо, не знаю, как-то... У меня нет друзей, чтобы играть в сетевые игры, да? Чё стоишь-то? А, окей. Ты здесь из-за этого платинового смеха? Ты не выглядишь как демиурж. Но если ты просто любопытный, то скажи мне код. Дай мне знать твою ненависть к Блэссед Ланд. Короче, работаю с младшим школьным возрастом. Да какая разница? Имеешь в виду подписчики на Твиче? Главное, чтобы тебе было хорошо, можно так сказать. Если тебе это нравится, то какая разница, в принципе? Я вот в основном стримлю для своего корифана, который меня смотрит потом на ютубчике, когда работает. И когда с девчонками тусуется, тоже почему-то меня врубает, я не знаю, видимо, я его успокаиваю. Слышь, Артём, я тебя что, успокаиваю? Так, код. Какой код? Yes, the only code. If you know nothing about it, I'd... А, ну окей, мы кода не знаем. Давайте действительно уберемся, потому что у меня ни хпшки, нифига нету. Не, норм, я игра не знаю. Ну это самое главное. Как бы. Делать для себя, ни под кого не подстраиваться, в принципе. Наверх пойти, что ли? Так, там опять эта херня, у меня хилок нету. А, что тут еще есть? Тут еще больше проходов никаких нету. Все. На этом все, да? Согласен. Я вот для себя заметил, что стримы мне помогают пройти некоторые игры, которые я бы вот так вот сам бы просто бы не прошел.
То есть, ну, как бы... Есть много игр, которые я хотел бы поиграть, но, блин, они либо какие-нибудь там старые, допустим, либо мне геймплей как-то не особо заходит. Но если я игру начинаю стримить, то есть как-то меня это мотивирует допройти до конца. Не знаю, какое-то такое странное состояние. Может быть, мне это просто кажется, что... Но я сейчас тяжело играется в какие-нибудь новые игры вне стрима, можно так сказать. Мне всегда такое ощущение, что я как бы не хочу играть, потому что не записываю то есть, себя куда-то. Архивы наказаний. Стражи Гай и Галала пили и рассуждали о посреднике на своих постах. Их формулировки нанесли много вреда, за что они были повешены. С другой стороны, стримы меня ограничивают по времени. Ну, то есть, не дают мне сильно много залипать в игры. Ой-ой-ой. Понятно. А проводить более продуктивное время свое. Так, ну что делаем? Идем на бонфайр, потому что у меня этот мертв. Терренс мертв. Увел и ноль хилок. Так, а что там у нас за... амулеты какие-то новые. Что за новые амулеты? Рыцарское копье, маска счастья, криты, поле экстра рыцарей, маска счастья, маска счастья, маска счастья. Хрень какая-то. Нахрен это такое. Как он обманывал меня стоит. Тусклая выдержка 27. А это что у нас? Реген 44. Ну, реген лучше, мне кажется. Языческий идол, здоровье 55, скрытые там все дела. 27, 27, 20, блин, можно к своему поставить. Да, меня тоже стримы как-то дисциплинируют, заставляют относиться к играм ответственнее. Кстати, хорошо написал, да? Поставить его замену вот это 27, здесь хотя бы будет здоровье 55. Наверное, кажется, поставить его. А у меня рок, он первого уровня. Да, да, наверное. А чё там выпадает, чувак? Он убивает мобеса, из него что-то выпадает постоянно. Воля демиургов выпадает. Ну, неплохо. Так, на меня сейчас нападет эта собака, да?
Ну вообще хорошо залетел, думал, сейчас его убью. Быстренько. А он сам меня что-то не убил. Быстренько. Так, там собака, окей. Тут тут педрила. Заглохни. Так, можно, по идее, попробовать пса раскидать, посмотреть, что он там охраняет. Не знаю, что он там по атакам. Ну, давай. Ну, хорошо дамажит, да. Ёп. Отличный дэш. Блять, с ним тут воевать, конечно, на этой. Блять, ну ты прикалываешься, да? Слишком узкое пространство для маневра. До свидания. Враги появились. Давайте, деритесь. Ну смотри, сейчас он вот убьет его. Ну и атака не прервалась. У меня прерывается, у него так и не прерывается. Боеприпасы переполнены. Туда зарядиться надо. В чем проблема? Мы сейчас его выманим вот сюда, наверное, на более такую адекватную местность. Хотя на самом деле можно как будто спрыгнуть, знаете. Или снизу как-то обойти. Так. Это... Главное не упасть. Да ёпа, патроны закончились. Перезаряжайся уже. А вот этот Кент, конечно, вообще тут не кстати появился. Они дерутся, кстати. Давай, убивай его. Я думал, ты пошел его добить. Он не пошел его добивать. Придется мне. До свидания. Что ж ты такое тут охранял-то? Большая кость? Что-то я не понял. Либо мне стакнуло и ушло куда-то вниз. Знаю.
Так, там пацаны стоят, да? Вот тут вот на проходе. Полипные кости упали, хорошо. А, тут можно было так обойти. Ну, естественно, вторая дверь, кстати, на ключ закрытая. Одна где-то была на воде. Надо будет туда сбегать. Что у нас тут? Свисток, которым я не пользуюсь, кстати. Как говорится, стратегическое отступление. Блять. Кнопка не появилась добить. Потухший факел, кстати. О-ля-ля. Блять, не успею. Нормально. Уходим. Далеко ли ты побежишь? Как это так получилось, что я отпил, не нажимая на кнопку? Интересно получается. До свидания. Хорошо. Фрагмент вероучения. Так, а что у нас тут? Это что, лифт? Или это просто пристройка? Или такая пристройка, с которой можно как бы спрыгнуть, да? Как будто можно спрыгнуть с нее. Не уверен, что мы переживем это падение. Поэтому проверять, я думаю, не будем. А туда, куда проход идет? И предлагает спрыгнуть вниз.
И тут предлагает спрыгнуть вниз. Так, арбалетчик. Ёб тебе, блядь, за ногу. Ты что творишь? Ну что, умер, что ли? Да почему? Почему прерывается моя атака? В этом плане игра очень нечестная. Лестница куда-то вниз. Я, наверное, знаю, куда примерно. Почему патроны не падают, а? Давайте к нему, наверное, сбоку подойдем. Ледяные пули неплохо решают тут вопросы. Опять закрыто на ключ. Взобраться. Откуда вам взобраться? Записка. Загадочная брошюра. Последователи церкви были обучены с детства, что 4 священных божьих столпа стоят там с древних времен, что святая земля появилась вокруг них. Я клянусь, что следующую запись мы видели с моим другом Рафаэлем собственными глазами, сразу после молитвенной церемонии под руководством посредника, нашим младшим ученым, как обычно, пришлось убирать двор. В тот момент мы с Рафаэлем обнаружили, что один из столпов разговаривает. Нет, если бы точнее, он стонал, охнул как человек, хотя звук был очень коротким. Я боялся, что меня будут считать сумасшедшим, и я боялся, что меня убьют за нарушение церковного закона. С другой стороны, все двери открываются с другой стороны. Заметьте, да? Что не дверь, то с другой стороны. Так, я хочу там еще спрыгнуть. Хотелось бы. Опа. Тереза. Тереза? Even though you defeated Edith, you can never stop the revenge of the Demiurges. When the Martian witch finds the proxy, fate will be free. The church must pay. Damn, she's completely lost. Да, я вижу. Ну я ее убью. Она может запарировать.
А вот то, что я сойду с ума, это, конечно, вообще не радует. Да, смотрите-ка на нее, а. Хотел попробовать. Ну, понятно. Так, тихо. Не подходим к ним близко. Ну хотя бы половину хп я сейчас сниму, а там Терренсом уже, мне кажется, добью, если что. Блять. Были бы пули еще нормальные. Да ёбан. Тихо. Застрял в камне. Блять, в камне застрял, ёбаным. Давай, подбегай. Ну я уже просто жадничаю на самом деле. Если не жадничать, на одну атаку ее выманивать, то она изи. Блять, вот я не успел просто ее ударить. А в чем проблема? Ну, отстой называется. Perhaps the rumor is true. Maybe the proxy does hold the seal of Yeka. I think I know where Teresa is heading. Меня интересует теперь один момент. Это второй босс, второй мини-босс, на котором мы сливаемся. Что было бы, если мы убьем этого босса? Вот, что меня теперь интересует. Блин, я на самом деле думал, что я сейчас переключусь на Терренса и просто Терренсом заколупаю ее. Но игра посчитала, что нет. Интересно. Так, где мы будем спрыгивать? Давайте вот здесь спрыгнем. А, кстати, глина, которую можно отдать. Не знаю, на самом деле мне не нравится, когда игра не предупреждает, так вот резко тебе наваливается на тебя босс. Как бы, ну, да, он не сильно-то и сложный, но
когда ты к нему не готов. Так, я понял, куда это место ведет. Ну и теперь мы не узнаем, что было бы, если бы я бы ее добил. Надо было все-таки добивать ее. Человек полез к ней. Потихоньку стрелял бы, и все нормально было бы. Ага, это выход отсюда. Окей. Понял. Не до тебя сейчас, чувак. Так, здесь спрыгнули. Там еще есть место, где можно было спрыгнуть. Вот не это место, а вот тут вот место. Еще были бы патроны на эту Ленку, блин. Я же без патронов сюда приперся. Были бы патроны, было бы быстрее намного. Заметьте, патроны-то не падают почему-то. Хотя мне стоит штука на патроны. А это куда спрыг? А, это спрыг как раз туда, вот на этот, ага. А это в тайное помещение. Ну, не в тайное. К сундуку, в общем, да? Да. Угу. Черноводный камень. Так, ну окей. В общем, в принципе, мы все тут исследовали. Теперь можно спуститься за Терезой. Я думаю, с нее бы что-нибудь упало, с Теленки, что-нибудь интересное. Просто какой-нибудь амулет, наверное. Отлично, блядь. Наконец-то мне боеприпасы дропнулись.
Так, я понял, куда этот путь ведет. Запутано, конечно, тут все. Так, привет. А мне тебе ничего не, нету предложить, кроме костей. Отлично. Тебе это и надо. Что-то ты много берешь, по 30 штук. Мне, конечно, взять бы баночку выпить. Хотя можно тут на самом деле просто сделать вот так вот. И уже не мучиться. Так сказать. В принципе, Террен же есть. Парирование получилось само собой, если честно. Я не старался его сделать. Я просто вспомнил, что у меня есть блок. Там какой-то ништяк лежит, я не знаю, как его забрать. Может, как-то можно по стенке там пройтись. Давайте вернемся обратно. Блин, Виола бегает быстрее Терренса. Нет, там как-то, видимо, можно вот там обойти. С другой стороны. По всей видимости, битва каким-то с боссом. Ну, это очевидно, да. Давайте откроем. Please, sit shout from the proxy in the Trinity Hall. There's no point in staying here. Вот мне не нравится, что, блядь, врагов баланса миллион. Ключ ходы. Мы сейчас все откроем. Записка. Паул умер из-за Синдрилов. Но верующие не признали это. Может, они избегают проблемы с молитвами и фантазиями, раз повесили все благословения и несчастья на провидца. Но демиурги требуют правды, пока живы. У тебя был шанс. Какой шанс? Шанс не открывать? Но я ключ заполучил какой-то. Я не знаю, что. Ключ йога опять. Что за ключ? А, ключ к одному из четырех святых столпов. Ого-го-го-го, чувак. Я нашел кое-что, что мне нужно. Как выяснилось. И что, мне теперь назад возвращаться? Я сколько столпов видел? Два? Один.
Вот этот один столб. Нельзя открыть без ключа. Так, еще был вот здесь вот. Так называемый столб. В который ломились. И в воде был еще один. Реликвия какая-то. Так, есть записка. Записка мастера-мечника. Создав меч, я все больше волновался о старом друге. Да, он может перебросить любого, но он живет в агонии. Перебороть любого, но он живет в агонии каждый день. Как друг, это все, что я могу сделать. Я держу это в секрете, но я теряю сознание. Осколок меча. Так, меч мне говорила чувиха одна собрать, просила. А, сейчас бы вспомнить, как спуститься вниз. Если я ничего не путаю, то можно вон там как-то спуститься. Вот здесь вот вроде бы. Нет? Вроде бы здесь. Нет той двери. Надо было дальше открывать двери эти. Чё я сейчас обратно возвращаться-то придется, господи. Тут я, конечно, протупил. Но с другой стороны, можно было вот так вот срезать. Я об этом не подумал. Ну, сейчас, наверное, так и сделаем. Надо еще два ключа оттопырить. God. There's nothing I can do. Everything. В чем проблема? Ну вот, у тебя был ключ, нифига себе, могла бы сразу отдать. Так, вот так вот. Ну хорошо, я понял тактику на данных врагов. А, я ключ подобрал, я пропустил. Собрал, да, вроде бы. А здесь пусто. Теперь вот можно вернуться. А, но мы почему-то еще не нашли одно святилище.
какое-то. Святилище не было найдено. Что, ничего не выпадет? Ничего не выпадет. И у тебя ничего не выпадет. Ни костей, ничего не падает. Значит, святилище, наверное, четвертое, где-то дальше расположено, так думаю. Прощальное письмо мастера-мечника. Да, это хороший меч, но только вера. Истинная надежда заключается в четырех священных столпах, которым поклоняются верующие. Увы, как долго они смогут простоять? Пора уходить. Будущее этого места не имеет ко мне никакого отношения. Старая рукоять, одна штука. Так, отлично. И еще сейчас ходим наверх. Да, на самом деле далеко не надо бежать, вроде бы, если... Вот не могу прикинуть, как быстрее будет. Обежать так, или обежать сейчас просто по прямой. А потом, наверное, вернуться назад будет быстрее. Да, вот так вот, если сделать сейчас. Ну, на самом деле, я уже побежал. Хотя, можно здесь подняться было бы. Ну, я думаю, так будет побыстрее. Надо зайти еще на шрайн наш. Вкинуть иммундусы все-таки. Наконец-то уже вкинуть их. Виолин особенно там на прокачку по пуль. Там что-то еще у нее было, я помню. Потому что она неплохо дамажит на дистанции. Мне, ну, не знаю, нравится этот персонаж. Симпатизирует. Что-то записки не будет? Будет. Библиотечные документы. Во время, время и место йога, жизнь, шуба, хаос, хады, божественный мир, Ньяра. Они все реинкарнации божественной воли на земле. Посредник основал святую землю вокруг этих четырех столпов при поддержке древнего народа Саласа. Саласа, чтобы охранять спокойствие мира. Сломанный клинок. А кто мне его выкует, интересно, в целый клинок впоследствии? А у меня там квест появился даже? Божественный меч, да, найти? Квест-то появился. Ну ладно, ищем еще одно место. Блин, потом до нее далеко бежать, на самом деле. Так, тут есть проход. Далеко ли ты ведешь?
Что это? Осколки, понятно. Могли бы какой-нибудь сундук поставить, чем-нибудь более привлекательным, я думаю. Так, наверх. Какой-то дед. Who's there? Martians, Damiages, and Couriers. It has been a long time since Blessedland has been this lively. You are? I'm just an insignificant blind man, Courier. Although you cannot see, you should have sensed the danger here. Where else can I go, Courier? This place is filled with sendrils and slaughter. Where can be safe? Don't you think it's strange? This place is protected by the Eternal Light of the Pillars, but now it is too weak to resist the invasion of the Sendrils. Is it because of the curse of the Martian Witch? Everyone in Blessed Land thinks so, but the power of the Holy Pillars started to fade more than 10 years ago. I, a blind man, was the only one to notice the difference. Everyone else was confused by the illusion spread by the church. I want to find the truth, but look at me. Searching for it is like asking for death. Courier, I can sense that you have doubts about what happened here. If you investigate the four pillars for me, maybe we can both find the answers we are looking for. I really like you, Courier. I will wait for you at the chamber of the Trinity Hall. That place is relatively safe. Bring what you find, and I will trade you for some old stories. Ну, у меня есть записки. Ты же про записки имеешь в виду? Я думал, он имеет в виду записи. А ты куда ведешь лестницу? Какому-то шорткату? Что ли? Нет, не к шорткату. Непонятно к чему. Блин, я этой виолой выпил все эликсиры. Печально. Да чё ты творишь? Нафига ты подымаешь? Зачем ты подымаешь? Куда эта лестница ведет, кстати? А, нифига себе. Сундук. Как я мог его пропустить?
Как-то мог. До свидания. Древний серебряный ключ. Это расходник. Ага. Да, все верно. Для выбора персонажей. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что тут все толпой решили стать? Мне бы не помешал бы шрайн где-нибудь тут. Может быть, он есть наверху? Вот Тереза. Здорово. Что тебе дать? Зелье хочешь? Нет, мудак. Да и пошел туда, да. Спиздил зелье, спиздил полипную кость у меня. Все украл. Интересно. Это тот меч, который нам нужен? Походу один столб вон там вот находится, и надо вот здесь пройти. Наверное. Давайте вытащим, не знаю. Хуже не будет? Будет. Странные дружки такие, выползли что-то и ушли.
Да ты издеваешься, Виола, блядь. Не стреляй по мне, пожалуйста. Ладно. Ты не хочешь подняться, нет? Рыцарь хочет подняться. Нет, уже не хочет подняться. Пс. Блин, ну чё ты? Отлично. Вот за это мы игру любим. Конечно, я шучу. Так чё? А, меч я забрал, окей. Ну я сейчас убью, обратно положу его. Да? Бежать только далековато. Хотя... Да нет, наверное. Или да. Ну, тут мобесов нету, по идее. Через низ быстрее будет. По идее... По идее это так. Нет, это к этому, да. Мне вот на эту лестницу. Упала. О, неплохо, зелье здоровья. А вот им их пирожков сейчас убьют, которые наверху там стояли. Давайте я не буду с вами тут. Спасибо, что убили. Я пока пойду вниз. Тут есть одна особа, которую нам нужно тоже убить, как бы. Ah, you found the divine sword. Thank you, courier. Now I can die in peace. You're so young. Aren't you afraid of death? Of course, I am afraid of it. But I'm more afraid of losing control of my own fate, failing to follow my heart. Just because this fear, I gave up my lordship and joined a Demiurge's. I'm sure you don't understand my choice. My stupid father always held it in contempt. But I never regret doing so. Blessed land is hopeless. Instead of wearing my life away, I'd rather make some changes.
But making a change doesn't mean you have to take your own life. Career. I hope what I did could bring one more option for the survived. I fight with my fate all my life. I couldn't choose how I was born. At least I can choose how I die. Come on! I'm losing myself! Ну блин. The divine sword appears to be useless. She is now controlled by the Zendril. Меч ей не помог. Окровавленное завещание, одна штука. Это что, записка, нет? Нет, это не записка. Да, не помог. Чувак, который нас не пускает куда-то. Может, пойдемте ему что-нибудь скажем, ляпнем какую-нибудь херню. На кого ты орешь? Думаю, можно вообще как ему сделать просто подкат и снести ему пол хп, а потом доколупать. Здесь даже чувака этого нету. А куда он делся-то? Ага, я понял, куда он делся. Надо было просто его убить. Так, а тогда я не знаю, где последний этот. Ну я вот этих убью еще. Пирожочков. Видимо, надо подальше отойти. Чтобы они задиспаунились. Блин, этот смущает чувак, который тут стоит. Да, видите. Мы сейчас таких потихоньку и выпилим всех. Единственный там минус, наверное, то, что это пропадает лут. Не пропадает. По идее, вообще, при убийстве мобов у меня должен был бы повышаться, ну, точнее, восстанавливаться уровень здравого смысла. Я же как бы монстров убиваю. Другое дело, что когда я нахожусь возле монстров долгое время, типа, он повышается. Как бы, не знаю. Странно все это. Так, там хилочка есть, вообще замечательно.
Отлично. А где последний-то вот этот столб, интересно? Что-то не видно. Я думал, где-то он здесь должен быть. Так, Виола? Нет, не Виола. До свидания. Хорошо, что не Виола. Что-то тестирование на людях. Вынудив эти распутных верующих поглотить белую пыль, их смущенный вид принес больше удовольствия, чем месть. Они поймут нашу боль, наш гнев и, наконец, станут частью мстительной воли Эдит. Забери жалкую жизнь посредника. Тут был такой шорткат, кстати, который, я думаю, нас бы не пустили по сюжету. Наверное, потому что нам в любом случае надо было встретиться с Ленкой. Да? И с дедом. Ну, что со столпами делать, я не знаю. Ну, пойдем дальше, не знаю. Может. Что, можно обратно положить его? Обратно положить не имеется возможности. Сюда можно перенестись. Нет, нам не надо по узким. Что-то рыцарь уснул. А, вот он последний. Привет. Так, а вот, кстати, и наша срезка, он там будет сейчас. До бонфайра, да? До шрайна нашего. Это последний осколок. Дневник безумца. Нас всех обдурили. Я не безумец, я клянусь, это правда. Четыре священных столпа – ложь. Нам врут, что они затоптаны под землей. Закопаны под землей. Просто погодите и умрите, дураки. Вы, сообщники, здесь все грешны. After putting these pieces together, the shape looks like the groove on the statue of the Holy Sword in Trinity Hall. There might be some connections between... Понял. Сейчас мы вставим его, и у меня откроется дверь. Логично. Так, а вот это... Окей. Так, ну давайте тогда, знаете, что сделаем?
Коль здесь сразу у нас шрайн, мы сейчас сходим и, во-первых, от безумия купим эликсиров. Во-вторых, повтыкаем иммундусы. В-третьих, может быть, сейчас что-нибудь качнем еще. Да, давайте. Смотрите, сколько у нас набрали. Да ё-моё, подожди. Ты что выходишь? Отлично. Так, 4 левела целых. Упорство. Сила. Блин, отстой качается. Сила теперь. А вот тут, смотрите, упорство. А, и защита на один уровень всего лишь. Только ХП качается. Интеллект. Блин. Ловкость качнуть до 13-го. Лучше всего в упорство влить. Давайте, наверное, вот так сделаем. Виола, что тебе надо? Тебе надо тоже упорство. Потому что стамина все-таки стаминой. Так. Новые какие-то. Что нового-то? Вот эти. На атаку. Отстой. Здесь что у нас новое? Это хрень. 55 здоровья дает. Понятно. А здесь что у нас новое? Вот эти вот. Что-то еще есть новое, что ли? А, вот этот еще. Ничего, понятно. Так, заходим к Виоле. Специальные, наверное. Что это у нас? Кристалл нужен. Блин. При убийстве врага. Отлично. Урон от казни. Вероятность того, что во время стрельбы пули не будут израсходованы. Берем. В течение успешного удара со спины в казни эффект. Кровоточит на 100% дольше. Берем. Урон от казни увеличен. Берем. Так. Ага, зелье. Берем. И что, все, да? И все получается. Ну ладно. У Терренса тоже ни хера не вот. Хотя что-то есть, подождите, вот здесь. Это что у нас? Ну давайте возьмем. А, еще на атаку что-то есть. Окей. Так, нет, не все еще. Блин, я же потратил все кости, да? Ё-моё, вот я дурак. Надо отдохнуть. Дурак. Придется этого рыцаря убивать. Виолой.
Ну, убиваем ради того, что он дропнет. А там с того еще дропнулось. Нам нужно до хрена, кстати. А что, это будет теперь здесь стоять, нет? Нет, не будет. Я забыл, что нам нужно купить зелий. Надо было сразу их купить, а потом уже выливать в уровни. Ну, хотя бы 5 штук. Хотя на самом деле можно еще 5 сделать, просто отдохнув, опять убив этого рыцаря. У нее, походу, отдача появилась, да? Я что, отдачу прокачал? Не помню такого вообще. Кошка под дверью орёт. Один момент. Так, забыл рубить. Окей. Все, у нас 10 эликсиров есть. Можно двигаться дальше. Кошка теперь с ума тут сходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это его выбор. И чё ты здесь орёшь? Журнал рабочей смены. Когда совы начнут ухать, я закончу обход снаружи часовни. Парень по имени Дейли Мур пришел заменить меня на этой должности. Ему чуть больше 20. В силу возраста энергия бьет через край. Но он всегда вялый. Разве было бы не лучше, если бы этот парень родился в прошлом? И что у нас тут? Зелье полного восстановления. Огонь. Длинная, кстати, локация, хочу сказать. Но maybe там уже финал.
Маюш, харарать. Опа-на. А, подождите, а куда, кому? Блин, я же действительно тут кому-то отдавал эти полипные кости, да? Он свалил нахрен. А где он был-то? Вон. Ему нужны осколки, блин, точно. А как у меня осколков нету? Только что же рыцарь умер. Тебе бы еще бы. Ну, чем хорош Dark Souls, потому что души прилетают тебе. Этим он и хорош. А тут души, к сожалению, не прилетают. А как мне... Блин, где тут спуск? Где тут спуск был? Вот он. Надо кого-нибудь еще убить. Мне не хватит. У меня есть, конечно, мысля, кого убить. Туда мы идем. Привет. Я же приседал на бонфайр, нет? Рыцарь, вот ты вообще не вовремя. На самом деле. Ты понимаешь, что ты не вовремя? Нет, он не понимает. Ну камон, дай мне провести атаку. Ну и все. Да к... Сука, почему ты прерываешь? Стой. Там уже анимация втыкания пошла. Какого хрена, блядь? Почему тут демиургов нету этих? Почему здесь их тоже нету? Блин, свалили. Так, где этот... Лягушатник. Сколько там тебе надо? 30 штук. Блять, у меня только 55. А у меня только 55.
55 это мало. Верьте, не верьте, но это действительно мало. Потому что он, скорее всего, попросит 2 или 3 раза дать ему по 55. Пойти эту убить, что ли? Да, тут где-то вот такая заруба должна быть, да? Я бы на том месте бы добил бы его. А не стоял бы, не тупил вот это вот. Так, еще бы кого-нибудь заломать. Вот здесь еще сейчас чувака убьем. Вот это вот. Который решил поклониться. Но я не буду тебе кланяться, потому что я не такой. Ну, точнее, такой, просто плохо воспитанный. Может быть. Малыш. Ты чего орешь? Вот что ты... Нахрена ты тогда просилась, чтобы я тебя запустил в комнату? Я тебя запустил. И теперь ты орешь с этой стороны. То есть до этого ты орала с другой стороны двери, а теперь ты орешь с этой стороны двери. Да? Это у тебя такая киллер-фича какая-то. Или тебя бесит именно сам факт закрытой двери? Maybe, может быть и так. Хер эту кошку поймешь. Так, на тебе кости. Педалилка. Да, 60. И еще раз. Ну, привет, привет, привет. Вот, видите, не зря я пошел фармиться. То пришлось бы возвращаться. Да? Я уверен, что он дверь закрыта, поэтому нужно меч вставить. А, нет, смотри, священный Василис какой-то. Так. Началось. Все. Микрофон не нужно трогать. Иди погуляй. Не смотри так на меня. Я тебя не обижаю. Что за Василиск? Черный меч был разломан на 4 части и спрятан среди 4 священных осколков. У меча спокойный тихий нрав, он столь острый, что может... Короче, что он делает-то? Крит 6,6%. Хрень на самом деле. У меня что, у меня там крит есть какой-нибудь? У меня крит 9. То есть у меня крит уже 9. Нахрен мне этот меч нужен ваш? Что ты ко мне пристала-то, а? Ну ложись, ложись, ложись. Удобно? Все удобно? Рад за тебя.
Эликсир прозрения. Наверху, походу, босс, да? Ты тоже хочешь постримить, да? Понимаю тебя. Так, чё мы, отдыхаем? Просто отдыхаем. Смотрите, какой он. Решил побежать на этого, на главного. Но это плохо закончилось. Ну, как на главного, на мага. Так, смотрите, Ленка тут. Опять ты? Да ё-моё, добивание надо делать. Тихо. Долбил, типа, да? Хороша. Очень хороша. Ну тебе конец, на самом деле. Ты пусть, да? How long the day lasts, night always prevails. She dedicated her life to her faith, but alas, she's been besieged by it. Интересно, можно было ее в первый раз убить? Ну тут я, конечно, протупил с ударом с этим. На самом деле я бы замаломал бы, наверное. Но немножко с ударом протупил. Давайте, наверное, вернемся на бонфайр и восстановим Терренса.
Плюс этих можно поубивать, в принципе. Да ты не в того стреляешь, тут, блядь, не защищается. Ты чё? Терренса зареспауним. О, смотри, он смог, в этот раз он смог. Но он дальше ничего не сделает, потому что они застамили его. Они его застамили. Как-то вы двигались так прям по направлению. Courier, we meet again. Did you find the answer you wanted? Same inscription on the hilt, which verifies my guess. The proxy can't get away with the fading of the holy pillars. Another holy sword. A sword that can absorb sendrils and restrain the light. This is the secret found in the colossal grave. I am a sinner. How can I have such terrible thoughts? Current Blessed Land is built on lies. The one supreme glory is wearing down by the mobs. Only spotless faith can relight Blessed Land. This weak proxy has lost the favor of God. Tell me all the things you know. Shh, wait. Did you hear that? Those crazy whispers coming from the resting place. The sendrils must have entered into the church. This place smells less and less like humans. There's nowhere to escape. Those stupid demiurges try to lead vengeful anger here. And you seem to have something to do with all this. What the hell happened 15 years ago? The well-known betrayal was actually a show arranged by the proxy in order to cover up the secrets found in Blessed Land. Secrets that could overthrow the church. The proxy has been to the colossal grave. What did they find? Nobody knows, because only Valent and the proxy came back alive. Oddly enough, both of them were completely quiet about what happened there. And you know the rest. But it is certain that what they are hiding has something to do with the Martians. You mean that endangered Asian race is also involved? Dead men tell no tales, but the Martians are inextricably linked with the whole thing. Nobody is innocent. When you stop to explore the truth, you will get trapped in it. He kept a secret of the colossal grave to consolidate his power. The proxy only has himself to blame for how he ends up. How do you know all this? Just as I said, blind people are much more perceptive. The proxy didn't show up. No one has seen him since Valent was sentenced. Since then, a painful groan can be heard from the depths of Blessed Land. It has lost it for over a decade. You mean that groan is from the proxy?
It is said that in order to maintain peace in Blessedland, the proxy guards the seal of Jacob throughout the day and night to prevent the curse from being fulfilled. The curse? For the thirst for power, for the longing of eternal life, the seal of Jacob can fulfill all human desires. But there is a dreadful curse that comes with it. Окей. Рассказал. У тебя что есть? У него есть кристалл. Я бы вот взял бы кристалл на самом деле. Я бы и такой бы мунду взял. Хорошо. Да куда ты стреляешь? Ну ёб тебя за ногу, отменить-то нельзя, блять. А чё с тобой стало? Далеко. Далеко достает. Так, далеко ли нам идти? Где следующий бонфайр? Знаете, давайте на этом моменте прервемся. Просто уже почти 2.5 часа. Я как-то привык к такому среднему времени в 2 часа на стримы. Да и плюс... Поздновато уже. Так что, наверное, мы на сегодня закончим. Не наверное, а точно закончим. Продолжим уже
Отлично. Подождите-ка. А у меня там выпали, кстати, еще эти кости, да? Можно купить у торговца этот кристалл Имундуса. Куда-то может там влить его. Давайте купим. Да, можно купить. 15. Они здесь нельзя купить. Ладно. В общем, на этом все. Следующий стрим. Блин, вообще не знаю, когда будет. Надо подготовиться к кандидатскому экзамену. Надо написать статью на конференцию. Надо кое-что по диссертации написать. Поэтому не знаю, как получится, так получится. Так что... Ну, постараюсь. Может, завтра? Постараюсь завтра. Ну, не обещаю. На этом, значит, все. Спасибо за внимание. Увидимся. И пока.